Сегодня, 12 мая, в Горловке произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Калашникова и Узловская. В ДТП приняли участие два автомобиля марки ВАЗ-2115 и Deo Lanos. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Если вы стали свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия и обладаете какой-либо дополнительной информацией, просьба обращаться по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, 095 209 18 63.